Всем здорово, ребята, вы на моем канале Котиплей. Сегодня мы поиграем в Балди. И его практически никто не помнит. Практически никто. Но я смог его увидеть, и все. Опа. Так, 11 плюс 1. 10. Минус 6. 2. Так, хорошо, что я математики хорошо шарю. И могу все сделать. Так, вроде как у нас тут сами игроки Балди. То есть сам игрок Балди, поэтому все нормально. Так, 3, 4, 2. Погнали дальше. Раздержать не надо. Бежим! Бежать обратно! Ё-моё! Фух! Меня тут нету! А, ё-моё, страшно! Челик, давай я решу все. А, нет. Тут нельзя. Экзит! Тут экзит, вот. Балкон тут. Вот собран тетрадера. Я не бегаю, я не бегаю, я не бегаю. Все, я не бегаю. Я мой отстань. Бешеный учитель, отстань. Я математику буду учить, обещаю. Не надо, я математику буду учить. Не надо, дядя. Помогите, помогите. Нет. Пошли нафиг. Математика, это круто, да? Но если я сейчас сдохну, то это вообще не круто! Уходить. Валить, валить. Ваше сердце не остановилось! Блин, ладно. Ждем 2 минуты. На самом деле, я притворюсь, что мне страшно. Я на миллисекунду испугалась. Блин, если бы там не было вот эта девчонка, которая прыгает, я бы сбежала от него, наверное. Спасибо, спасибо, спасибо! Нет! Блин. 6 блокнотов, ребята! Все, 12 секунд осталось, 10, 11, все. 10, точнее, 9, 8. Все, уже я могу выйти. И 5, 4, 3, 2, 1. Бай-бай, тайм-аут. Бежать. Да, я сбежал! Я смог. Фух. Раунд в процессе. Идем. Ну, пока что можете подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы вы видели всегда мои видео новые. Короче, сейчас понаблюдаем за челиками. Вот, за ним пойду понаблюдаем. Вот только сейчас он вышел из тайм-аута. Так, тот человек сбежал, все, больше никого. Сейчас только он живет, все. Либо он сдохнет, точнее, извините, умрет, либо он выживет и сбежит. А, туда Балди не может пройти туда, вот сюда, то есть. Это очень круто. Не-не-не-не, он не бежит, он не бежит, он не бежит. Не знаю, надеюсь, он выживет. Надеюсь, он выживет.
Черик, иди, иди, там ничего нету. Все. Он не сбежал, к сожалению, и его поймали. Так, погнали. Вас 4 монеты? А зачем мне монеты? Для улучшения. Донат, донат, донат! Донат? Или не буду носить? Не знаю даже. Да, я потом. Я потом задоначу. А, меня задоначить. Ой, как задоначить. Так, давайте-ка. Я хочу что-нибудь другое. Ой, инвентарь. Короче, пофиг. Ой, я хочу побег из школы. Ну, больше легче всего. Способностей. Обязательно купите их в магазине способностей в следующий раз. Но уж мне денег нету. Интересно, кто-то еще помнит эту игру? Полевая? Да, полевая. О, 25 долларов. Что там говорят? Пришло время для поп... Который ответил на 3 вопроса правильно. И тогда мы можем предложить. Возьмите поле ответа, когда вы думаете, что у вас есть правильный ответ. Сколько лап? 4. Сколько планет? 2. Сколько предметов? Просто так вопроса. Теперь решил пришел увидеть. Блин. О, нет, я чувствую, это очень плохо закончится. А нельзя просто взять ключи от машины? Или мы обязательно должны все сделать? И, а, точно, Балди же. Ой-ой-ой. 3 планеты, 3 камня. 3. 3-3-3. Была собрана тетрадь. Нет, нет. Меня тут нету! Да ё-моё! Выпустите меня отсюда! Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо, братан! Ты самый лучший, реально. Ты спас ролик мой. Одна планета, 2 листвы, 3 планеты. Мы бежим, 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 бежим. Ой-ё. Следующий я отключу фонарик, как я включу. Потому что вам ничего не видно. Валить, все бежать, валить. Опа. Что это за домик? Вот сюда попробую пойти. Тут есть что-нибудь? Уже то собирали, да? Собирали, да. Все, там осталось два плагнода. Не важно. Отдыхаю. Отдыхаю. Все, я отдохну. Потом я все равно буду отдыхать, когда делать тетрадь. Боже, ключ, 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 ключ. Нормально. Тетка, не подходи ко мне, не подходи ко мне! Нет! Нет! Тетка, отстань от меня! Все. Сколько лап? 3 лапы. Сколько лап? 3 лапы. Сколько лап? 4 лапы. Теперь валить.
Почему мы не дали ключи? Блин, мы не дали ключи. Допустим. Мне дали 20 на монету, спасибо. А теперь я могу купить. Вот такую лучше куплю. В эти изведения. Три я могу три раза прокрутить. Так, что у меня выпадет? Давайте еще раз. Четыре способности! Сто монет. Нормально. Это тоже круто. Хопа. Просто закупаюсь. Так. Бесконечно выносливость, я могу купить это. Вот я дурак. Я хочу открыть школу. Спин. А нельзя купить спин? Нельзя? Да блин. Мне может либо это выпустить, либо... Что это там? Ладно, пофиг. Давайте... Бесконечные ключи. Хотя я уже выберу бесконечные ключи, не знаю, что они будут. И мы сейчас узнаем все то, что у нас есть. Что это такое вообще? Математика, это круто! О, привет, добро пожаловать в мою школу. Прошло время для любимого урока в математике. Ответьте на три вопроса, правильно его выделили. Ответьте, если... Короче, пофиг. Мы слишком быстро говорим. Ноль. А там реально какой вопрос? Обречите бы я бы не провалил. Никто не уйдет, пока вы не пройдете каждый тест. Это чисто наша Жанна Леонидовна. Реально. У нас есть такая, ну, то есть замена тупая. Ну, реально. Батарея все время на заре, вот, все время из-за всего орёт. И типа там говорит, пока вы там что-то не сделаете, вы не выйдете оттуда. Типа, вы не будете гулять. Короче, вы поняли. Математика это весело, да-да. Я знаю. Вообще это реально весело. Не знаю, для меня весело, потому что у нас в классе все нормально там. А что, в смысле? 8 плюс 8? 4. В смысле? 8 плюс 8? 16. Ну, давайте сейчас посчитаем. Да, реально 16. 8 плюс 2 равно 10, плюс 6 равно 16. Может, ребят, это, если там не было 8 плюс 8, тогда напишите мне в комментариях. Надеюсь, их не отключит YouTube. 8, 3, 6, 9. Я мог нажать на седьмерку или на пятерку. Или сделать 100. Или сделать 100. Просто идем еще раз. Идем! До свидания, пожалуйста. 2, 7, 3. Так, нет, 100. Так должно быть минус 3, допустим. Потому что там же 6 минус 9. Ну ладно. Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо! Пошел нафиг учитель. Лошара, пуська. Пупу. Все, бежать. Уходим. Берем ножницы и уходим. Бай-бай!
на секунды там еще, чтобы я был там. Ну, это логично и круто довольно. Все. Обратно, обратно, бегу обратно. Я сбежал, фух. Я смог сбежать, еее. Как хорошо у человека, который сбежал. Ням-ням. Я два ноутбука собрал. Значит, 4 монеты, 24 монеты. Что я могу за это купить? Зачем я буду копить на это? Потому что это очень полезно, реально. Это очень полезно. Короче, один раунд сейчас будет. И это... Ну, я сниму один раунд, и я накоплю на 100 монет. Потом куплю бесконечного на сервисе. А, 12 минут. Тогда сейчас раунд не буду показывать. То есть накоплю 100 монет и куплю бесконечного на сервисе. Хотя, ладно. Я так понял, то, что, оказывается, там же будет... Ну, мы же собираем учебники, нам же не надо ждать 12 минут все. Поэтому я могу снять, наверное. Надеюсь, ребят, вам понравится это видео. Если что, это еще не конец. Видите? Видеть видение учителя, это реально очень круто. Вы же это понимаете, то, что это реально очень круто? Я вижу учителя везде. Математика! Это круто! Ну, это я же не буду читать, это логично. Потому что я же это читал. Да мне пофиг вообще, реально. Я могу вообще неправильно писать. Никто не уйдет! Математика, это круто! А реально вижу учителя? Да, я реально вижу его! Братан! Ты ко мне больше не подойдешь. Он куда-то еще в другую сторону уходит. Ну, или он очень медленный. А, это входа NPC. Или он меня видит тоже. Я иду, директор. Я не бегу. 8, 10, 10. Так, учитель у нас вот там. Е-е-е. Быстрее. Это какая-то способность очень полезная. А что, только я собираю блокноты? Или что? Учиться это круто. Ну, 10, 19, 5. А сколько на сервере? Ну, мы есть на сервере. Пошел нафиг! Ой-ой-ой. Нет, не смейте ко мне! Не смейте ко мне! Не смей! Не смей! Капец! Фух! Ладно, ждем. Блин, ребята, вообще никто не собирает блокнот, прикиньте. Ну, если честно, ребят, я не согласен с игрой. То, что мы должны
тут сидеть 2 минуты. Ну хотя бы минимум 1 минуту. Реально. Ну и остается я за несколько секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Свобода! А! То есть прикол будет, если я там останусь. Блин, тихие двери, реально. Фух! Меня тут нету. Слава богу! Ой. Блин, реально. О, круто. Я полезен чем-то. Валить! Фух. Он реально меня как будто видит. У него, походу, тоже способность. Способность, походу, тоже. Способность. О! Я же... Я испугался, что я, типа, я бегу сейчас. И сейчас меня спалит он. Я такой, я тебя спалил. Я тебя убью. А зачем мне батончик? Мне вообще пофигу, я бронированный. Кончик нелегальный. Едет на всей скорости. Профессиональный. Не тебе по скорости. Вот этот чел просто бесит, который забирает у нас вещи. 7, 10, 5. Надо? Идем. Короче, ребята, я сейчас это пропишу. Я сейчас это пропишу, как я все делаю. Пропущу и потом покажу, как с бесконечным. Ребята, короче, все переносится на другую серию. Точнее, на другую серию. Получается, я стал учителем! Вот так все выглядит от его лица. Все! А как быстрее намного? Как? Я помню, как это они ускорялись. Я это прекрасно помню. Как будто где-то он тут. Его тут нету. Так, идем дальше. Да блин, а чё они реально такие быстрые? Я догнать никого не могу. Точно, чем больше блокнотов, чем я быстрее. Соберите-ка, пожалуйста, много блокнотов.
Я еще без звука, ну то есть у меня звука нету от линейки. Играю так. Я ничего не вижу! Меня плюнули, ё-моё, что происходит? Меня плюнули! О, я родился. Помогите. Будь, дай пройти, пожалуйста. Блин, тупой. Осталось им 3 блокнота всего лишь. Хелл. Бай-бай. Бай-бай. Где же он? Ё-моё. Тут тоже есть выход. Ага, вижу, вижу. Где ещё? Ага, вижу. Отдай. Пройти, чел. Ё-моё, нет! Капец. Я проиграю. Вот я всех освободил. Где он находится? Объясните мне. Отдай! Спасибо. Нету. Где? Вот, вот, вот. Да ё-моё, ты достал же мексикану, блин, тупой. Хватит освобождать всех. Блин, меня так бесит. Всё. Иду. Бай-бай. Минус первый. Наверное, сейчас сюда все будут идти. Нигде нету, ребят. Бежали. Ага, вот там выйдет. Вот там выйдет. А так, а как? А почему, когда типа будто Япон? Вообще полный Япон. Я вообще без понятия реально, что происходит. Как такое возможно, реально? Почему, когда меня ловили, то есть я ничего не могут не делать. Я ничего не смогу сделать. А когда... я их поймал. А если могли делать? Если могу делать. Чел, ты вообще не в правильном направлении бежишь. И зато я тебя вижу. Так, туда. Бури, блин, тупой, дай пройти! Я сейчас по попе там линейкой. Тупой бури. Где этот студент? Бай-бай. Ну, я надеюсь, хотя бы что-то получил. Ну, так-то я много раз поймал людей. 8 раз. 31 монета. Все, я покупаю бесконечный бег. И следующий.
раз на следующий видос я использую это. Ну, а вы были на канале Кони Плеер. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока! Кашляйте на колокольчик и не забудьте нажать.